и юная актриса. А Рид Блейзер только начинает путь к славе. Пока проекты, фильмографии, выпускницы ГИТИСа можно пересчитать по пальцам, но уже сегодня она появляется на экране в главных ролях. У девушки есть все задатки, чтобы стать звездой. Актерский талант, выразительное лицо, стройная фигура и большие амбиции. Родилась девушка 14 ноября 1994 года по знаку зодиака на Скорпион. Долгое время для публики оставалось тайной, является ли имя и фамилия актрисы настоящей. И какая страна стала ее родной? Только в 2021 году девушка в ряде интервью пролила свет на эти вопросы, сообщив, что ее биография началась в Израиле, где она еврейка по национальности, жила с родителями до 2 лет, а после переехала с ними в Россию. Что касается личной жизни, Рид открыта в социальных сетях, но они мало проливают света на личную жизнь, хотя инстаграм-аккаунт актрисы регулярно пополняется свежими фото и сториз, где она предстает как в стиле кэжуал, так и в вечерних платьях. Неизвестно, в отношениях она или нет. Совершенно точно, что исполнительница живет не одна и полна любви к своей четвероногой подруге, рыжей собачке Марфи, которую балует и берет с собой в отпуск на море. Кадры с питомцем регулярно появляются в профиле девушки. В августе 2020 года Блейзер поделилась фотографией, на которой ее нежно обнимает таинственный незнакомец. Правда, она так и не ответила на вопросы подписчиков, является ли этот мужчина ее избранником.